Всем привет, меня зовут Олег, вы на канале Random Game, и мы продолжаем проходить игру The Last of Us 2. Так, в предыдущей серии мы натворили делов, убили почти всех друзей вот этой вот гориллы, и она в итоге нас сама нашла и прикончила пацанчика-китаянчика. И теперь нам дают флешбэк за вот эту обезьяну. Ну ладно, давай. Ладно, давай, посмотрим. 4 года назад это происходило, окей. Ну, папа! Папу ищет, там папа вообще, наверное, огромный. Может, хватит уже? Папа вообще, наверное, здоровый. Ну, она, короче, походу с рождения такая, блядь, непропорциональная ни разу. Я думал, она на стероидах сидит, но походу нет. Где ты? Ну ладно. Папа долбоеб зашел и закрылся с той стороны. Пап! Ты долбоеб. Так, и как мне перебраться на ту сторону? Что-то выпало. Бутылка. Ну все, всем пиздец, я бутылку нашел. Есть кто? И что дальше-то? Зачем я сюда зашел? За бутылкой? Так, тут тупик. Дай-ка я внимательнее посмотрю, что просто вот бутылка там и все. Быть того не может. А, я понял. Ну вот. Ага, дай еще одну про запас. Что это? Посмотри, 78-й год. Обалдеть. Как интересно. Может залезть на крышу? Серьезно? Когда я уже сам все догадался. Шикарная Би. Бля, корова. Джерри. Ты немного запачкалась, милая. Ты тоже. Где? Вот где. А. Каждый раз, когда ты так сбегаешь, разнос устраивают мне. Да брось. Представь, им не безразлична твоя судьба. Здесь безопасно. Пап. Эбби, она должна быть где-то сразу за этой рощицей. И? Ей со дня на день рожать. Мы просто проведаем ее и сразу назад. Обещаю. Давай только побыстрее. Вот, моя дочурка не даст меня в обиду. Как ты узнала, что я здесь? Оуэн меня сдал, да? Это его работа. Как ты его разговорила? Просто спросил. Эй, смотри. О, ух ты! 78-й год. Такой у меня в коллекции нет. Оставь себе. Но обещай, что больше такого не будет. Считай, договорились. Почему я не верю? Я даже не знаю. Пойдем, продолжим поиск. Пап! Расслабься. Скоро вернешься к своему Оуну. Что-что? Ничего. Просто... Вы стали много времени проводить вместе. Больше, чем обычно. Боже.
Она убила Джоэла. Почему разработчики резко подумали, что будет охуенно интересно узнать историю этой гориллы? Вообще не интересно. Сейчас что-то произойдет такое, что мне станет резко жалко ее. Я пойму ее действия. По-любому. Он теперь со мной особенно учтив. То есть ты сел ему на голову? Что ты? Эбби, смотри. Свежие следы. Стоп. Это ты так украдкой учишь меня выискивать следы? Я бы не в жизнь. А получается? Ну, тебя же я нашла. Да, но жульничала. Ну так цель оправдывает средства. Надо же. Ты меня слушаешь? У тебя бывают умные мысли. А, пап, я нашла кое-что. Боже мой. Она уже родила. Фу. Смотри. Кто там, а лосиха, что ли, или что? Пап. Это она. Идем. Она ведь не должна так стонать. Нет, ей больно. Вы чё, маньяки, ждали, пока она родит, чтобы убить ее? Эбби. Пушки резко достали. Пошли. Пап, стой! А если тут зараженные? Здесь все проверяли. Они не сидят на месте? У тебя же оружие с собой? Конечно. Вот черт. Эбби. Что? А, это зебра. Тихо, не бойся. Не бойся. Мы тебя не тронем. Тихо. Черт, глубоко вошла. Да ее перекусить надо, ты олень. Иди сюда. Ты что, проволоку порвать собрался? Дошло. Держать. Хорошо. Давай. Спокойно, спокойно. Спокойно. Джош, вы здесь? Да-да, мы здесь. Что? Так, иди сюда, помоги мне. Вас вызывают... Оуэн! Держи ее. Подожди. Док? Бля, я, кажется, понял. Это тот мужик, которого застрелили на входе, который Элли собирался оперировать. Оперировать Элли собирался, и его застрелили. Джоэл застрелил. А, бля, он ее отца убил. Ёб твою мать. Давай. Но все равно, все равно она меня бесит. Джоэла я знал, мне его жалко. Его я не знаю, мне насрать. Крепко держишь? Да. Давай, Эбби, режь. Держи. Почти. Сейчас. Все. Не за что. Охренеть. Вас все обыскались, надо... Стойте! Пап! Что случилось? Пойдем! Мы с вами молодцы. Док, привели ту девочку. Девочку? Про которую говорила Марлин. Ее нашли в тоннелях. На руке старый след от укуса. Но заражения нет. Не может быть. Они уже приступили к анализам. Поэтому вас и вызвали. Пап? Да я догадался уже, все. Это тот доктор, которого Джоэл убил. Ткань вплетена в мозг, по-другому никак. Должен быть другой способ. Возможно, изъять образец, сохранив жизнь носителю. Носителю. Это ребенок, а не чашка Петри. Как будто я... Я все понимаю. И ты готов ее умертвить? Нет, я хочу разработать вакцину, которая спасет миллионы жизней. Сколько цикад уже погибло? Но по своей воле. Ты спрашиваешь меня? Или ты уже все для себя решил? Я прошу тебя.
так надо. А если бы это была Эбби? Послушай, все, за что мы боролись... Сразу с темы, смотри, съехал чухан. Сразу, послушай меня, да не убил бы ты ее, поэтому и Джоэл так поступил, спас ее. Будь это твоя дочь, что бы ты сделал? Давай, спизди. Ой, прервали. Да ничего бы он не сделал. Я принесла... Думаешь, он бы вскрыл ее? Ага, сейчас. Спасибо, милая. Я не буду сочувствовать. Тут нечему сочувствовать. Марлин. Будь это его дочь, он бы не поступил так. То есть и Джоэл поступил так, как поступил бы он, если бы это была его дочь там. Зашел, убил и спас. Я поговорю с Джоэлом. Зачем? Они вместе прошли полстраны. Он имеет право знать. Удачная операция. Ты поступаешь правильно. Да. Будь это я бы согласилась на операцию. Только он бы ее не делал. Элли тоже согласна на операцию, так-то было. Дело не в том, на что ты согласна, а в том, на что согласен твой отец. Сейчас зайдет, а там труп папочки. И она такая, бля! На крови отца поклянется, что она убьет его. Он что, до сих пор в здании? Нет. Эбби. Нет. Эбби, не смотри. Папа! Ну да. Я не могу ей сопереживать, я пытаюсь, я не могу. Я не понимаю, зачем это сделано. Джоэл, вставай. Вставай, твою мать! Они заставляют меня ее ненавидеть вначале, а потом ожидают того, что я ее буду как-то ей сопереживать. А потом еще вот эту сцену снова показать. Джоэл, да пошла вставай! Она нахуй. Вот этого петуха я еще не убил. Я вас всех убью! Эй, ты что делаешь? Мэнни, почищай. Не-не, мы пришли за ним. Мэнни, надо тебя найти и убить. Кто тебе это сказал? Он прав. Нельзя никого оставлять. И чем же мы тогда лучше него? Они же ничего не сделали. Да ну, а мое лицо? В жопу твое лицо. Надо было караулить наверху, как я тебе сказал. В сторону. Отойди. Успокойтесь. Или что? Отойди, я сказал. Успокойтесь. Джордан. Выстрелишь? Все. Мы уходим. Ну, Лупоглазую и Оуэна я не хотел убивать с самого начала. Так получилось, блять. Она просто, и надо было сказать, что она беременна, и тыкнуть на карту пальцем. Все, больше ничего не нужно было делать. Но она решила иначе. Эбби. А вот этого козла бы я убил. Тише. Что, кстати, ты с ним порядке? Случилось? Я его не встречал, и вроде Томми как нигде не видел, чтобы он его пытал. Я тебя повсюду искал. Нас вызвали. Отправят на передовую. Что? Серьезно? Видимо. Блять, у этого чучела даже титик нет. Что, прямо сейчас? Что такое, а? Да. Vámonos. Ладно. Шея.
Шея меньше из твоих проблем. Ага. Кто на этот раз? Та с кухни? Не, которая с горы. А, ну она хули вон в качалке живет, по-любому. Она чересчур увлечена работой. Удивлен, что у нее там кровать не стоит. Не знаю. Ну того стоило? О, безусловно. Теперь я умру счастливым. Еще бы. Лучше нее ты никого не найдешь. Да я и сам так думаю. Доброе утро. Доброе утро, Ирина. Заходите. Давайте, рассаживайтесь по местам. Привет, мисс Потс. Здравствуй, Мэнни. И с ней? Джентльмены не хвастаются. Мне надо с отцом поговорить. Возьмешь поесть? Ага, хорошо. Мне что-нибудь конпиканты. Будешь есть, что дадут. Конпиканты. Что это, блядь, значит? Я пожрать дайте. Чё ты там вякнул? А, черт, прости, не заметила. Поедешь с нами в Серевину? Нас с Мэнни вызвали в штаб. А что вам делать в Серевине? В отеле и школе объявлена эвакуация. Заберем вещи и отвезем людей обратно на базу. Серьезно? Представляешь, после всего, что было, мы просто отступим. Подожди, еще не факт. По крайней мере, хоть Лия пораньше вернется с телестанции. И то это рад. Вряд ли. Мне пора. Да будет жизнь долгой. Да будет смерть быстрой. Ну да, вы, в принципе, все быстро довольно сдохли. Конаби. Здравствуйте. Эбби. Он ее увидел, аж руки затряслись. О, Эбби. Мне же идет. Ой, блядь, никак привыкнуть не могу такое на испанском. Береги его. Конечно. Ладно, не бойся, ты, я ухожу. Где пожрать-то взять? Дайте пожрать. Так, ну здесь жратвы нет, здесь шмотье какое-то. Когда погода нормальная. Что у нас сегодня? Еще одна красавица. Опять. По крайней мере, мы вооружены. Эбби, что ты делаешь? Эй, Тенемес призадан на трез буритус. Слышь, тут очередь. Мэнни, охренел? Дай пойду. Куда ты прешь без очереди? Извини. Да мы в патруль. Чего? Ну как так можно? Третий-то кому? Ты лишний взял. Ты только не психуй. С нами поедет Мэл. Кто? Мэнни. Где твой рюкзак? В комнате? За что ты так со мной? Пойми, вы обе мне дороги. И мне надоело это притворство. Она знает, что я тоже еду? Знает. И она согласна? Ну... Твое «ну» звучит как «не». А, Мэл это беременная, которая, что ли, да? Не будь параноиком. Тебе нравится ставить меня в неудобное положение? Нет. Я даю вам двоим шанс наконец-то помириться. Она со мной после Джексона почти не общалась. Мне что, сделать вид, что я этого не заметила? Конечно, нет. Вам надо поговорить по душам. Она точно так же хотела, чтобы Джоэл сдох. Но она не такая, как мы. Ей раньше не приходилось истязать людей. Сколько она шрамов убила? Но не так, как мы убили Джоэла. Не забывай, мы солдаты, а она врач. Прошу тебя, Эбби, она же своя. Пожалуйста, ради меня. Попробую. А больше мне не... Бать, даже жрет как свинья, сука. Чё за бред? Я не хочу за нее играть. Мне насрать на ее историю, насрать, что здесь происходило. Дайте ее убить. Спасибо, что рассказали из-за чего, но я не буду ее сочувствовать вообще никогда ни разу. Собирай вещи, я схожу за мной. Давай. Будь умницей. Отцепись.
Случилось то, что случилось, и твой отец поступил бы так же. Как и Джоэл. Один в один. Да у тебя титек нет, нахуй тебе, лифчик. Чё, завидно, да? Хули, титьки в банки ушли. Ну да, там где-то я в записке в какой-то читал, что они у них базируются, короче, на поле на каком-то футбольном. Куда идти-то? Типа выбить, что ли, окно? Тук-тук. Ты готова? Да, почти. Мел, Эбби, они и правда отправили тебя. Еле-еле. Ты могла попросить остаться? Не хочу сидеть без дела просто так. А Оуэн что говорит? А почему Оуэн должен решать? Надо забрать Элис по дороге. Эй, ты сможешь. Блять, надень хоть какую-нибудь куртку, надоело на твои банки смотреть. Мутант ты стероидный. Куда тебя посылают? Да обычной ротации, не переживай. А как вернешься, осмотришь моего отца? Ему стало, по-моему, хуже. В плане? Ну, он жалуется на острую боль в запястьях. Ложку едва держит. Может, достанем ему еще анальгетик? Говорят, вас с Оуэном перевели в блок 96? Да, там хорошо. Много молодых семей. Ну и как твой настрой? Перед родами? Куда ни глянь, там везде дети. Я готовлюсь морально. Столько ревущих младенцев. О, он, небось, в шоке. Он еще даже не видел. Он на патрулировании с Дэнни. С Дэнни? Да, не повезло. Ага. Можешь пока что развесить? Спасибо. Хуеть у вас псарня, конечно, я просто худею. Выписываю Элис. Она внутри играет. Так, Эбби, отведешь ее? Малышка. Зверюга ты наша. Моя любимица. Вы ублюдки, за вас столько этих собачек поперебил. Не ревнуй. Надеюсь, Миши здесь нет, а то я заплачу. О, привет, Мишка. Да твою мать, насрела! Эй, блядь. Ну серьезно, Мишка. Ну, ладно. Раз уж ты так просишь, кто лучше всех? Ну, блядь, да. ну как так-то? Ну, Мишка. Я помню тебя, братишка. Лови мяч. Лови мячик. Я пошел. Блядь, Мишка. Сука, твари. Ай, блядь. Тебя я вчера видела с Джен. Да, меня. Ну, ты и кобель. Что она здесь делает? Для Айзека что-то. Ей, наверное, одиноко там. Ну, ей очень нравится. Спроси ее про кучевые облака. Зато хотя бы не нужно лезть под пули. Да, если ты этого не любишь. Я была бы рада остаться на базе. Привет, Эбби. Просто... Иди нахер. Ты соскучишься по шрамам. Это вряд ли. Покойся с миром, Вов. Привет. 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 Мне как обычно. Хорошо. Gracias. Машина есть? Есть S24. Я поведу. Выезжаем. Пендехо. Спасибо. Да будет жизнь долгой. Да будет смерть быстрой. Да идите нахер вы. Устроим разминку.
Ну что, посоревнуемся? Проигравший убирает квартиру. Это по-крупному. Кто больше, полный магазин? Ну, держись, каброн. А пойдем. Одеяло, чтобы заправило как следует. Да ты пошел нахуй! А почему мне не сказали, что надо в одну мишень-то стрелять? Умей проигрывать. Да пошел ты, чухан ебучий. Че за бред? Блять, хоть бы сказали, что нужно вот конкретно вот эту мишень стрелять. Я, блядь, там вообще, блядь, как снайпер просто делал. Просто пиздец. Иди нахуй. Чтоб ты, сука, умер где-нибудь в муках, козел. Пойдем на базу. Да, кто у нас умница? Я тоже скучал. Чурелис со мной. А Мел подумай. Свежий воздух полезен. А заодно поболтаете. Очень умно, Мэй. Gracias. Как у тебя дела со сном? Не очень. Могу взять что-нибудь в аптеке? Не, не надо. Мне не трудно. Да все равно, когда-нибудь сама вырублюсь. Я сейчас на базе редко бываю. Ты и Оуэн. Ты это к чему? Да так. Шпехаются. Мэнни, привет. Вы куда? На вторую. Машина С-24 на вторую. Да будет жизнь долгой. Да будет смерть быстро. Вы заебали. Так мы без инкубатора? Да. Вы за ней пойдете? Не, Айзек говорит, обойдемся. Лосося нам пока что хватает. Что ты имела в виду насчет Оуна? Давно его не видела. Что вы спите вместе? Вечно он на задании. Вы с ним общались? Он что-нибудь говорил? Нет, мы пока... Ну, то есть я вижу его в столовке, но... Пока не разговаривали. Он не в себе после Джексона. Ты особо не переживай. Вот срань! Засада! Держитесь! Мел, прыгни! Смерть сам! Они нас поджидали. Да. Валите их! А вы что по-твоему делаем? Подходим ближе! Мочи! Не оторвись от них! Я пытаюсь! Давай, обходи их! Мне интересно, в чем их война заключается? Чего они воюют-то? Они же давно уже воюют. А я не могу в него попасть, какого хрена? Да почему не попадают-то? Ничего не вижу! Черт! Держите! А, черт! Ты в норме? Да. Чё
Далеко нам еще до базы? Прилично. Мы тут на виду. Надо укрыться. Никого. Давайте. Надо здесь все осмотреть. Да. Я не догоняю, в чем смысл их войны вообще. Просто так, ну, типа, от нехуй делать или, или зачем? Эй, Эбби. Или кто-то кому-то что-то когда-то сделал. Чтобы смастерить бомбу. Принято. Или, допустим, шрамы раньше, как были Федора. И просто Вов их, ну, как бы уничтожила, и они решили мстить, там, создали свою секцию, что-нибудь типа того. Конечно, вряд ли звучит как бред, но почему нет? Тут много где можно спрятаться. Ребят, мы тут не одни. Да ладно. А, зараженные. Пизда. А, нет. Так, но щелкунов я вроде не слышу. Ебать тебе, сучара. Больше никого? Да. Чисто. Это намного круче, чем бухать и смотреть аниме. Что? Ничего. Молчи лучше, а. Зашибись. Кому-то некуда было девать двери. Ребят, посмотрите. Вон, свет пробивается. Сейчас запрыгну. Я заберусь и гляну, что там. И что дальше? Корова, бля. Ну да. Почему нет, блядь? Ага, у нее тоже ветки улучшения. Это там, то есть нам еще порядочно за нее играть, серьезно. Так, повышенный запас здоровья. Ну, конечно, само собой. Только я вот, если честно, не особо ощущаю его повышенность. Потому что, если вспомнить первую часть, там, когда повышаешь запас здоровья, так он там реально повышается. Там, блядь, такая... Полоса становится невероятной. Щелкун! Ребят! Да пистолет достань, дура. Ой, собачка, молодец. Они идут! Давай!
Щелкун! Шаркун еще, ёб твою мать! Щелкун? А, нет, Шаркун! Да ёбаный застрял, блядь! Чё, сдох? Ебанись! Как же они задрали. Никуда. Да. Ладно. Так, и чё? Какой-то склад мебели, что ли? Ну, Ребят, хоть что-то. Я нашла выход. Мэнни. Сейчас. Дамы, вперед. Да. Через месяц я бы здесь не пролезла. Теперь мужики, давай, может идти. Сам сказал, дамы, вперед. Ну да, хули. Мужик всех пропустил, красавчик. Ну что? Эбби, похоже на теплицу твоего отца. Не очень. Тут хоть что-то растет. И правда. База там. О, дай топорик свой, шрамов классный топорик. Человек как бич с какой-то, да, палкой. Идем дальше. Боже, а ведь когда-то мы могли ходить по этому району, не опасаясь шрамов. Тоскуешь по перемирию? Тогда жилось проще. Слишком просто. Что, даже перемирие было. И они вздернули целый отряд. В отместку за то, что мы расстреляли тех детей. Но пойми, эти дети угрожали нашим. Ты бы что сделала? Точно не палила бы из всех стволов. Тем более по детям. И чё? Теперь мне должно быть их стало жаль или чё, блядь? Они по детям стреляют. Те смерти на их совести. Ебануться. Ну-ну. Ну-ну-ну. А, не, ну ты нормальный, ты против. Бля, куда идти? Но тут как-то слишком тихо. Да? Смотрите по сторонам. Только заметил. А, я могу изготовить? А, нет, не могу, зато могу изготовить флешку. И палки могу приделать, ножницы. Заебись. Так, ну давай флешку сделаем. В смысле, воду надо было? Еб твою мать. Нахуя на флешке вода, блядь? Ты вообще дура, блядь, тупая, а? Отвечаю. Сука, воду потратила на флешку, я хуею. Ну, спирт. Ну, какая разница, нахуя он там нужен был? Дверь чем-то подперли. Может, есть другой вход? Да вон, канат какой-то висит. Кабель. Мэнни, посмотри, что там. Давай. А чё меня-то подсадить? Охуя она его закинула. Могла бы чуть поднапрячься и на крышу его зашвендерить уже сразу.
Давай, сука, шевелись, блядь, по ногам стрелять буду. Кабель за что-то зацепился. Так спускай. А он тот-то пузан не залезет. Эй. Вот так. Залезай. Мел, постой с Элис. Я попробую открыть эту дверь. Поищу для вас другой путь. Давай. А тот придурок не может открыть нам эту дверь? Чё он туда лез-то? Ну? Шрамов о. Пока не видно. Тут высоковато. Да, нихуя себе. Точно. Высоковато. Конкретно высоковато. Я понял, веревку туда опустить. Я высоковато. Ну, в принципе, все, проблема решена. Надо, главное, антагонист погиб. Все, можно заканчивать игру. Тут высоковато. Ага. Да, это точно. Ну, давай. Ты че, бля, ёбнутая? Встань. Все, Мел. Мы внутри. Я у двери. Поздравляю. Сейчас я таблетосы все соберу, а то ты схапаешь себе. Моё. Ребята, нам тут одиноко. И чё теперь? Я-то тут при чём? Да прокинь ты ее просто туда, ты дура тупая. Спасибо. Не за что. Иди сюда. Ого. Вы посмотрите. Лодочная мастерская, что ли? Надо запомнить это место. Лишние запчасти нам точно не помешают. И чё? А, вот здесь что-то есть. Так, верстак. Давай что-нибудь улучшим. Так, устойчивость, отдача, знаешь, меня папа скорострельность. Меня постоянно укачивало. Полевой ремонт. Что? Я ничего не ремонтировал. А, найти 12 верстаков. Неожиданно. Я не знал, что их искать надо. Так, устойчивость, магазин. Ну, у меня ни на что не хватает. Все, что-то прям дорогое, не могу. Ничего не надо. Я бы на пистолет устойчивость еще поставил, а так ничего не хочу. А скорострельность особо тоже не надо. Закрыта. Ебота. Куда идти-то? Бесполезные. Куда идти? Ну ладно. Ладно. Я подержу. Давайте. Я подопру. Прости. Вы там в порядке? Да. Рычаг сломан. Ты пиздец, ты, блядь, как рычаг-то оторвать? Ты серьезно? Хватит. Мэнни, побудь тут.
Мы посмотрим, как забраться на крышу. Хорошо. Ну, ты рада, что поехала с нами? Да. Надо будет сказать Мэнни спасибо. Я рада, что я здесь с вами, а то иначе я бы не смогла вам помочь. Мэл, давай я тебя подсажу. Смотри, поговорить не успел. Блять. Слушай, почему ты меня избегаешь? Я тебя не избегаю. Да ладно, мы после Джексона почти не общались. Не знаю. Видимо, меня это тоже потрясло. Что жалеешь Джоэла? Он заслужил даже больше, просто жалею, что приняла участие. Понимаю. Это каким зверем надо быть? Я не это имею в виду. Надо подлезть к этому люку. Ладно. Заслужил больше. Уебище. Видишь что-то? Будь это ваш ребенок, я бы посмотрел, что бы вы говорили у тырки. Что ты делаешь? Пробираюсь к выходу. Ладно, только не спеши. А меня? Что хорошо в беременности? Низкий центр тяжести. Поверю тебе на слово. Я подсоби, слышь? Ох, перебралась. А, дверь наверху, она, наверное, с той стороны сейчас откроет. Спасибо. Спасибо. Лупа глазик. Мы на шаг ближе к люку. Посмотрим. Да. Может, тебя еще куда-нибудь подсадить? Как думаешь? А, во, лестница. О, я первый раз за эту игру мы носим лестницу. В первой части частенько такой хуйней страдали. Слушай, это мысль. Ну а то. Так, веревочка. Сейчас мы ее пульнем. В аккурат. Чем-то напоминает лодку Оуэна. Он все пытается починить ее? Да. Но говорит, закончит со дня на день. Со дня на день. Каждый из нас чем-то одержим. Я собачьими игрушками. Ага. А я этими дурацкими монетами. Ушлепки. Да давай, что ты кряхтишь-то? Ты что, блядь, в качалке ночуешь зазря? Ну как добраться до мостика? Ну вот, уже что-то. О, высоковато. Че, сука, высоты боишься? Я запомнил. Особенно, когда смотрю вниз. Вот они. Мэнни, мы спускаемся. Хорошо. О, дом, милый дом. Мы рядом. Вообще рядом. Можно срезать путь через депо. Сначала бы с крыши слезть. Слезем. Трудно представить, что ты можешь чего-то бояться. Я не такая уж бесстрашная. Да безмозглая, да, но вот не бесстрашная. Такой стресс. Вдруг рука дернется. Ты думаешь, я не боюсь, что ли? Ну, папа всегда говорил, что ты его... Да ты встань, ебучая кобыла! Правда? А то, по твоим словам, он был идиот. Вообще дебил. Идем. Олень просто конченый. Ну, умничка. Наконец-то вы нас догнали. Ну как, тут все тихо. Так, ну все, думаю, здесь можно выйти. Сохранение должно было быть. Или навряд ли, ну и насрать.
Всем спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. И увидимся в следующей серии. Всем спасибо, всем пока. Surely goodness and mercy will follow me all the days of my life. And I will dwell on this earth forevermore. Said I walk beside the still waters and they restore my soul. But I can't walk on the path of the right, because I'm wrong.